А еще сегодня отмечается Всемирный день приветствий. Он появился как знак протеста против усиления международной напряженности. Люди приветствуют друг друга, желают что-то хорошее и тем самым способствуют миру. Лабытнанги – многонациональный город. Представителей разных народностей объединяют трудовые коллективы. В одном из них побывала моя коллега Ирина Волокитина. О том, что человек человеку друг, товарищ и брат, особенно хорошо понимаешь, когда приходишь в городскую больницу. Медицинская помощь требуется самым разным людям, и оказывают ее также разные специалисты. Это в переводе с осетинского означает «добрый день» на вашем жизненном пути, чтобы вас обходили всякие неприятности. Галина Гаглоева, заведующая педиатрическим отделением, с удовольствием говорит по-осетински. Кавказ – ее родина. Северная, Южная Осетия – очень гостеприимный народ. Природа там просто прекрасная. Воздух просто шикарный. И можно там и душой, и телом очень хорошо отдохнуть. К родственникам в Осетию Галина Гавриловна ездит в отпуск. Основное время года проводит в кругу своих ямальских коллег. Мантуш Чалдук недавно приехал из Тывы. Техник-программист до глубины души был поражен северным сиянием и теплотой сердец лабытнанцев, которым он без устали готов желать благополучия на родном языке. Здравствуйте. Пожелаю всех благ, здоровья, крепкого счастья. Валентину Даной часто называют русской молдаванкой. Она много лет прожила в Молдавии и хорошо знает язык местных жителей. Буна зио, драч пемонтень, водореск мулта санатати, пачи, букури, шнурок. Добрый день, уважаемые земляки. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия. Василий Кузнецов, помимо русского, свободно разговаривает на трех языках. Но, как сам признается, лучше всего ему дается польская речь. Недавно врач-инфекционист вернулся из Кракова, где от души наговорился с родными поляци. День добрый, витам панство. По-польски это означает «добрый день, уважаемые дамы и господа». Доброго дня, пани Тапанова. Бажаю всем здоровья, счастья и у всех благ. Щорете, зикери точ. Это означает «здравствуйте» и «в хорошего настроения». Польский, украинский, греческий – родные для Василия Кузнецова языки. Что говорить о коллективах и государствах, когда в тебе самом смешалась кровь разных народов, разные гены, разные темпераменты? Хотелось бы сегодня пожелать всем здоровья, семейного тепла и, конечно же, чтобы к нам, ко всем, и мы в том числе, относились доброжелательно, с улыбкой. Будьте вежливы, и к вам потянутся люди. У всех народов существуют свои правила, но смысл их одинаков. Приветствуя, люди желают друг другу добра и здравия. Главное, чтобы это было от чистого сердца. Ирина Волокитина, Евгений Садыков, программа «Время местное».